Часто задаваем вопрос от пациентов, что делать, когда отсутствует несколько зубов, особенно это, если это концевые дефекты. Естественно, в этом случае самый популярный, самый эффективный метод – это имплантация. Также существуют альтернативные методы восстановления дефектов зубов – это съемное протезирование. На сегодняшний момент современная стоматология обладает несколькими видами съемного протезирования, который также является правильным методом, но я рекомендую все-таки имплантацию, потому что это эффективность, это долговечность, это все-таки правильное решение в области отсутствующих зубов. Когда буду говорить «откройте шире рот», значит, в этот момент будет подходить имплантант, надо будет сидеть без движения. Если будут какие-то недомогания, это ничего у вас не будет абсолютно. Начинается небольшая чувствительность, мы об этом должны знать. Хорошо? Все, тогда с Богом начинаем. Хорошо? Сейчас будет давление небольшое, не переживайте, это будем отслаивать ваши чувства. Я вашу голову держу. Все хорошо? Сейчас подготавливаемся к сверлению. Я вам не представил, это мой коллега Алька Ганесова, челюстно-лицевой хирург. Ну что, глазки не закрываем, хорошо? И сегодня руку поднимайте, мы останавливаемся. Ничего не нужно терпеть, хорошо? Все хорошо? Все у нас тоже. Абсолютно без движения, открываем шляпу, да? Сейчас мы установили два имплантанта системы Astra размером 4x9 в области 4.6-4.7. Сейчас мы ушиваем аккуратненько. Все, отдыхаем 2 минуты. Хорошо? Нормально все? Нет. Все стерильно. Ничего хорошего. Не подбросил. Кончик только сломал. Нормально? Поехали дальше. Сынок, просто давай. Сынок, колонок. Да. Хорошо. Там.
Так все закрыто. Имплантация у нас заняла... Как вы себя чувствуете? Нормально. Ну, мы потратили с вами около 30 минут, угу. Поставили 3 имплантанта. Угу. Я думаю, что это хороший результат. Никаких болезненных у вас ощущений не было? Не было. Ну, значит, все хорошо. Очень часто люди задают вопрос о противопоказаниях. Какие существуют противопоказания для имплантации? Естественно, это повышенный сахар. То есть не 6, 7, а именно 12, 13, это уже является основным противопоказанием. Увеличенная щитовидка, показания к операции щитовидной железы. Также это заболевания иммунной системы, ВИЧ, СПИД. Гепатит сегодня не является основным таким прямым противопоказанием для имплантации. Хочу отметить для пациентов, для тех, кто планирует имплантацию или думает о имплантации, что это абсолютно безболезненная процедура. Ни во время процедуры, ни после процедуры, никаких болезненных ощущений у вас не должно быть, если операция проведена качественно, без осложнений. Наши пациенты на сайтах и очно поражаются ситуацией той, что абсолютно никакой боли после операции не бывает. Ни во время операции, ни после операционный период, так скажем, реабилитационный период. Через 2 недели, как правило, мы снимаем швы, и пациент дальше продолжает жить своей жизнью абсолютно не мешает ему тот факт, что у него стоят имплантаты. При имплантации мы используем анестетик современного поколения, это бестезинфорты, который, в принципе, гарантирует безболезненную манипуляцию. Также мы используем препарат Артигайн в одноразовых шприцах, который очень удобен во время имплантации. И хочу еще отметить то, что я рекомендую всем использовать системы современные, производители, а также, которые имеют отдаленные результаты, очень хорошие и долгосрочные исследования. Сегодня мы установили имплантанты системы AstraTech. Данная система является прародителем имплантации в мире, которая гарантирует нам долгосрочный срок службы данных имплантантов. Сегодня нет такого понятия, приживется или не приживется имплантант. Основная цель, которую должен задаваться пациент, это сколько будут имплантанты ему служить. AstraTech гарантирует пожизненную гарантию на свои имплантаты, и хорошие руки доктора гарантируют долгосрочный срок. Как правило, 25-30 лет данные имплантанты будут вам служить. Я уверяю вас, при установке данного имплантанта вы не пожалеете. Как правило, в неделю мы установим более 100 имплантантов Astra, и осложнений у нас за последние 15 лет не было ни одного. Это, конечно, имеет большое значение подготовка к операции, сам кабинет, стерилизация, подготовка младшего персонала, уровень хирурга и, естественно, сама система имеет большое значение. Также часто задаваем вопрос, что делать, если это эстетически значимая зона, как быть. Сегодня мы обладаем современными методами, которые, что позволяет нам через 2 недели после снятия швов сделать временные конструкции, при которых пациент не будет страдать с эстетической точки зрения. Хочу также отметить, что все консультации, составление плана лечения, полностью расчет для наших пациентов абсолютно бесплатно. У вас отсутствует один или несколько зубов, записывайтесь в клинику Дента на прием. Мы гарантируем вам качественную имплантацию, высокоэстетическую коронку на имплантат. И самое главное, вы больше никогда не вернетесь к этому сегменту. Сеть клиник Дент администратор. Рада, здравствуйте.